Сегодня в нашем концерте прозвучат как кавера известных уже мастеров гитарного искусства и также мои собственные композиции. Сегодня я их буду играть не все, то есть, но выборочно. То есть у каждого автора есть какие-то свои любимые, какие-то нелюбимые, да, со временем там нелюбимые они отсеиваются. Вот, и также в этом концерте сегодня я представлю самое интересное, на мой взгляд. Итак, следующая композиция авторская, «Hot Summer», «Горячее лето». Thank you.